Кабинет 903. Боже, 900. Кабинет 903. Угу. Номер моего удостоверения УР, две больших буквы УР, 22-12-02. Так, УР. 22, а дальше? 12-02. 12-02, угу. О, теперь продублируйте то, что записали. Так, сейчас. Сейчас я найду эту заметку. Так. Ой, я, наверное, не сохранила. Я просто нервничаю. Что там случилось вообще? Не нервничайте, Алексея Анатольевна. А нам поступило постановление о возбуждении уголовного процесса со стороны Следственного комитета. По 159 статье УК РФ это мошенничество. И вы выступаете потерпевшей стороной. Ознакомившись с материалами... Я мошенница? Что еще раз? Я мошенница, что ли? Нет, вы не мошенница. А, угу. Да я уже испугалась. Алексея Анатольевна, я вам говорю, не беспокойтесь. То есть к вам претензий никаких нет. Вот. Соответственно, по данной статье вы выступаете потерпевшей стороной. Ознакомившись с материалами, я вижу такую информацию, что вчерашним днем сотрудниками полиции по адресу Измайловский бульвар 38 в Москве была задержана некая Авдеева Елена Николаевна. Это сотрудница Сбербанка. Скажите, вам этот человек знаком? По-моему, нет. Ольга? Вот данному Авдеева Елена Николаевна. А, Елена? Нет, нет. Авдеева есть знакомая, но не Елена. Елена Николаевна, вот. А подскажите, если она вам не знакома, вы на Измайловском бульваре 38 обслуживались? Нет. Нет, хорошо. В целом, почему Авдеева задержали? Руководитель отделения написал заявление на подчиненную, поскольку были замечены попытки переоформления карт на третьих лиц, подделки банковской документации и подобное. Приехала полиция, задержали ее. Я обнаружила, что через мессенджеры она передавала данные клиентов, ваши в том числе. Поэтому вы и получили статус потерпевшего лица. А основными мотивами являются это ваши данные в ее телефоне, а именно ЕВР, паспортные данные, информация по банковским структурам. Этот момент был понятен? А вот этот вот первое, что это такое? ЕВР? Да. А вам ранее сотрудники банка эту информацию не предоставляли? Мне кажется, нет. Нет, хорошо. Ничего страшного, я объясню. ЕВР – это ваш единый внутрибанковский реквизит, который вам был сформирован центральным банком, когда вы впервые предоставили свои персональные данные во внутрибанковский сектор. Он включает в себя все финансовые ячейки и предназначен для внутрибанковских переводов. Особенно, когда деньги, например, нужно перевести со Сбербанка на ВТБ-банк, используют ЕВР. Угу. Это было понятно, правильно? Ну, вроде да. Это, грубо говоря, как ваш внутрибанковский паспорт. Угу. Ну, я не знала о таком. Более понятно. А, вот смотрите, Люсия Анатольевна, объясню, почему этим занимается налоговая. Так как основной мотив – это отмывание денег через ваши счета. Именно поэтому мы будем проводить полную камеральную проверку по вашим счетам, зарплатному проекту, доходному. И проверку по физическим отделениям банка, где происходили обороты ваших документов. По окончанию всех этих проверок будет подготовлен пакет документов, и мы их направим в суд. То есть будет судебное заседание в одностороннем порядке, без вашего присутствия. И, я думаю, будет принято решение о полной блокировке вашего ЕВР вместе с зарплатным проектом, доходным проектом и продукцией, которой вы пользуетесь. Это не на определенный срок, пока будут длиться следственные мероприятия. В среднем они длятся от 6 до 18 месяцев. Соответственно, в таком агрессивном формате мы работать не можем. Поэтому в срочном порядке с вами и связываюсь. У вас будет возможность сегодняшним днем перевыпустить ваш ЕВР и сделать замену реквизитов, чтобы все незаконные действия потеряли юридическую силу, а вам попросту не блокировали вашу продукцию.
Соответственно, моя задача оповестить вас, как избежать блокировки ЕВР, так как если наш отдел заблокирует его, то пользоваться банками и получать ваши переводы по доходной части вы не сможете. Лидия Анатольевна, это было понятно? Вроде да, но мне надо сейчас выпить таблетку. Сейчас, а то я к психологу хожу, и у меня это тревога. Мне надо Атаракс выпить сейчас. Сейчас не могу достать. Ой. Угу. Вроде понятно. Хорошо, Лидия Анатольевна. А, также, я на момент нашего с вами разговора хотел бы подать запрос в БКИ, посмотреть, что там. А, пока я ожидаю ответа, подскажите, вы ранее сталкивались с фактом мошеннических действий? Ну, мне как-то звонили. Ну, я не помню, что говорили, разговор такой короткий был. Там просто трубку бросили и все. Я понял, а с какой информацией звонили, вы не припоминаете, правильно? То ли это какой-то следователь, то ли что-то такое. Дознаватель, возможно. Не помню. Ну, конкретно я не помню, кто это. Ну, вот как из полиции, что ли. Я вас услышал, оно, в общем, роли никакой не играет. А главное, смотрите, я вам на будущее. А когда вам звонят и запрашивают какую-то информацию по паспортным данным, номера карт, код из СМС и такую персональную информацию, то есть вы ее не предоставляете. Угу. Лидия Анатольевна, я получил только что ответ в БКИ. Здесь указано, что вчера от вашего имени подавалось несколько заявок на получение потребительского кредита в такие банки, как ВТБ, Сбер, Альфа и Почта-банк. И одна из заявок уже находится на стадии выдачи денежных средств. А в каком банке эта информация для меня, к сожалению, скрыта? Ну, я так понимаю, это были ваши действия, правильно? Нет, это не мои, это точно. А, вопрос. Я не была в банке. Нет, заявки подавались онлайн через сервис banki.ru. Нет, я даже не знаю, что это вообще. Я вас услышал. А подскажите, почему вы самостоятельно не отреагировали на смс-ку на подтверждение данной заявки? У меня нет, не было смс. Или вы внимания не обращали, либо же вы уверены, что не было? Нет, мне кажется, не было ничего вообще. От банков нет. Хорошо, я вас услышал. А, то есть вы понимаете, как на вас кредит могли оформить? Нет, я вообще не знаю, как можно так оформить кредит. Я вам объясню. А, так как произошла утечка ваших паспортных данных и ЭВР-счета, соответственно, мошенники на сайте банки.ру ввели эти все данные, но указали свои реквизиты для получения. И также, когда кредит оформляется в отделении банка, там нужна ваша физическая подпись. Но когда кредит оформляется онлайн, вместо подписи направляется код протекции на ваш номер телефона, код подтверждения. Соответственно, если вы код не получили, это только подтверждает тот факт, что это сделал кто-то из сотрудников банка, так как они могли либо же установить переадресацию на ваш мобильный номер телефона, либо же вовсе его сменить. Соответственно, я эту информацию укажу. И в дальнейшем с вашим мобильным оператором будет уже разбираться правоохранительные органы, так как он без вашего ведома установил на ваш номер телефона переадресацию. Вот хорошо то, что мы с вами это заметили, соответственно. Подскажите, как давно вы вообще СМС от банка получали? Предложения, то есть, возможно, расходные операции какие-то, доходные и так далее? Ну, если только, допустим, в магазин сходила, и все. Это сегодняшним днем было, либо же вчерашним? Ну, вчера или позавчера. Сегодня я нет. Я вас услышу. Сегодня вы никакие смс не получали.
Хорошо, я вас услышал. Этот момент нам непонятен. Тогда в срочном порядке, так как на вас оформили один кредит, соответственно, в срочном порядке необходимо будет переоформить ваш ЕВР и, соответственно, отменить кредит. Отменить кредит нужно, чтобы вы за него в дальнейшем не платили, а ЕВР переоформить, чтобы мошенники более таких действий не выполняли. А для этого мне, как налоговому инспектору, необходимо будет направить комиссию в банковские структуры, откуда могла произойти утечка ваших данных и где могут находиться подельники Авдеева. Тем самым мы с вами поможем следствию. Подскажите, как давно вы в банке были? Именно работа с операционистами. Банкоматы меня не интересуют. Я даже не помню. Это очень давно было. Год назад, возможно, полгода назад в таком формате. Может, полгода, может, даже больше. Полгода назад. Одну минуту. Полгода назад. Это, я так понимаю, Сбербанк был? Да. А подскажите, возможно, мне необходимо направить комиссию в другие банковские структуры, помимо Сбербанка? Либо же вы обслуживаетесь только в Сбербанке? В Сбербанке есть, да. Банка нигде более не обслуживаетесь, правильно? Нет. Хорошо, эту информацию я указываю. А, хорошо, тогда смотрите, вы так как вы банк посещаете нечасто, вы являетесь неактивным клиентом. Не отслеживаете работу операционистов. Банально, как они даже выглядят. Это и стало поводом скомпрометировать ваши данные. На моей практике зачастую в такие ситуации и попадают неактивные клиенты. Ходили бы вы чаще в банк, возможно, этой бы ситуации и не произошло. Соответственно, после того, как вы решите свою проблему, я вам рекомендую посещать банки раз в месяц, два месяца. Ничего, то есть, такого сверхъестественного не нужно делать. Просто подходите к операционисту и берете выписку, например, по вашей карте. Они видят вашу активность, соответственно, в вашу сторону они даже смотреть не будут. Этот момент, я думаю, был понятен, правильно? Да, а разве можно без меня вот так вот какие-то кредиты взять? Да, да, Лидия Анатольевна, мы с вами не забываем, то, что сейчас речь не идет о каких-нибудь прохожих с улицы, а действующих сотрудников банка. К примеру, вот даже, например, сотрудники устраиваются на работу, им по 20 лет, а они получают, допустим, 30-40 тысяч зарплаты, им этого мало. Соответственно, они хотят заработать больше и пользуются своими служебными обязанностями, берут, компрометируют базу клиентов, соответственно, всю по ним информацию, и тогда уже перепродают на черные рынки, ну и так далее, не будем углубляться. Вот, соответственно, тем самым зарабатывают себе на путевку, на машину и так далее. То есть я думаю, что это нужно пресекать. Вы со мной согласны? А разве им будет там все это видно? Все данные людей? В каком плане? Ну вот, паспортные данные, там, ну не знаю, что там еще надо в банке, какая есть информация. Паспортные данные, СНИЛ, ТНН. Ничего себе. Самостоятельно вы предоставляли информацию в банк. Соответственно, вы подписывали о том, что они обязуются не разглашать эту информацию третьим лицам. Но они, соответственно, ее скомпрометировали. Не знаю, третьим лицам, не третьим лицам, когда Авдеева продала ваши данные, неизвестно, ведется следствие. Угу. Вот, Лидия Анатольевна, смотрите, по поводу дальнейших действий. У нас, к сожалению, как у налоговой, нет полномочий на перевыпуск вашего ЕВР и отмену кредитов. Этим занимается Центральный банк. Что такое Центральный банк? У вас понимание имеется? Нет. Нет, объясняю. Центральный банк – это орган, который курирует работу всех коммерческих банков на территории нашей страны. Это ВТБ, Сбер, Альфа, Почта банк и так далее, и так далее. Он им выдает лицензию, курирует курс валют и так далее. То есть это головной банк нашей страны. Соответственно, я буду туда направлять специалисту, который с вами будет в дальнейшем проводить рекламные работы. Буду отправлять ему официальное обращение, которое я составляю в ходе нашего с вами разговора. После того, как он от меня данное обращение получит, он в свою очередь направит вам документацию, которая подтверждает факт мошеннических действий. В каком банке, на какую сумму на вас кредит оформили, также удостоверение личности и всю необходимую документацию вы получите. Она вам будет направлена в двух форматах. Первое – это по месту прописки. Второй вариант – это в электронной форме, чтобы вы в скорейшем времени ознакомились и тогда уже приступили к рекламным работам.
То есть с вами на честном слове работать никто не будет. А второй вариант в электронной форме – это WhatsApp, Viber, Telegram. Чем вы пользуетесь? WhatsApp есть. WhatsApp по этому номеру, правильно? Да, да. Хорошо, именно туда получите документы, ознакомитесь с сотрудником Центрального банка, я думаю, документы более подробнее обговорите. Это было понятно, правильно? Ну, наверное, да. Лисия Анатольевна, я вам информации предоставил действительно много, и так как вы с этой ситуацией сталкиваетесь впервые, возможно, вы чего-то не поняли. Поэтому попробуйте своими словами объяснить проблему, с которой вы столкнулись, и что нужно сделать, чтобы ее решить. А я, если что, вас подправлю. Ну что, кредиты там какие-то сотрудник банка оформляет. Только я не понимаю, как его найдут, этого, он же как определить-то никак. Он может и потом еще раз тогда оформить. Да, Люсия Анатольевна, вы все верно понимаете. И эти все действия выполняются так, как произошла утечка вашего ЕВР. Соответственно, вы сегодняшним днем будете менять свой ЕВР, чтобы старый не был активен. И тот мошенник, который оформляет на вас кредиты, больше не мог этого делать. Соответственно, вы будете переоформлять свой ЕВР и отменять кредит. Вот и все. Это дальнейшее действие на будущее время. Также, Лисия Анатольевна, я уверен, что вы человек не глупый, и вы понимаете, что по телефону вам кредит никто не отменит. Соответственно, необходимо будет ваше физическое присутствие в банке. А учитывая то, что вам подберут ближайшее отделение для решения данного вопроса, мне указывает то, что у вас возможность сегодняшним днем будет направиться в отделение банка, правильно? Мне надо сегодня в банк пойти? Да, все верно. Но у нас, который тут рядом банк, он на ремонте. Это только если ехать. Время свободное есть. Я думаю, вы этот момент обсудите уже со специалистом, который с вами регламентные работы будет проводить. Понятно. А вы говорите то, что Сбербанк на ремонте. Это по какой улице? А тут нет улиц. Как это понимать? Улиц нету. Тут только несколько домов. 20 домов и все. 20 домов. А как населенный пункт называется, где вы находитесь? Рассудово. Рассудово. Ладно, сейчас одну минутку я проверю отделение. Угу. Закрыто. Ага, что? Говорю, закрыто отделение. Закрыто. Все верно вы говорите. А вот Сбербанк в Наро-Фоминске. Вам далеко от Наро-Фоминска? Ну, где-то полчаса ехать. Хорошо, я эту информацию укажу. А я указываю то, что у вас возможность будет подъехать. Вот. Более подробнее этот момент вы уже как бы сотрудником Центрального банка обсудите. Этот момент вам был понятен, правильно? Да. Хорошо. Люсия Анатольевна, также подскажите, вы личным кабинетом Сбербанка пользуетесь? Я нет, но родственники, да. Вашим личным кабинетом? Да. А почему им пользуются ваши родственники, а не вы? Мне нельзя. Вам нельзя? Да. Почему? Ну, как сказать? Ну, я, это самое, говорила, что я там у психиатра наблюдаюсь. И поэтому нельзя. Это слышал. Алексея Анатольевна, хорошо, я эту информацию указываю по поводу личного кабинета. Хорошо, что нам необходимо сейчас делать? А подскажите, вы говорите, что личным кабинетом пользуются ваши родственники, а вашей картой со Сбербанка также родственники пользуются или вы? Тоже родственники. Тоже родственники. Семья. Как моя семья.
семья пользуется. Хорошо. А подскажите, на вашу карту Сбербанка какой-то доход поступает официальный? Вот сейчас не знаю. Я сейчас потому что не работаю из-за... Ну, в общем, я лежала там в больнице. И поэтому я ушла с работы, и сейчас я не работаю. Как давно вы работали? Ну, где-то полгода назад. Давно уже. Года назад. Я вас тут слышал. Хорошо. А смотрите, нам также необходимо будет составить сумму возможного ущерба по Сбербанку. Чтобы, если в случае мошенники ваши деньги списали, то банк на основании данной декларации мог вам все возместить. Вы, я так понимаю, не знаете, какая сумма сейчас по Сбербанку находится? Ну, если там тратилось, ну, может, 1150, не больше. 50 тысяч? Да, 150 примерно. Хорошо, я эту информацию укажу. А ваша физическая карта в семье не у вас, правильно? Да. А у кого именно из семьи, подскажите? У мамы. Сколько маме лет, подскажите? 65, по-моему. 65. Хорошо, я эту информацию укажу. А также, в случае чего, вы можете номер вашей мамы предоставить? Мне надо только тогда сначала у нее спросить. Потому что, как сказать, ну, это личное, в общем. Это личное, хорошо. Тогда не будем указывать. А, смотрите, Люсия Анатольевна, я для Центрального банка составил декларацию. То, что вы последний раз в отделении банка были полгода назад в Сбербанке. Сейчас вы Может, больше. Может быть, больше. Может быть, больше. Хорошо, я эту информацию указываю. Сейчас вы находитесь в городе Расудово. Это рядом с Мерафаминском. Да, вот, это поселок. WhatsApp у вас есть. Вы 1983 года рождения. А в банк, возможно, у вас будет подъехать. Правильно? Ну, мне надо только с кем-то. Нужно только с кем-то ехать в отделение банка. А хорошо, кто из родственников может с вами подъехать? Может быть, мама. Одну минуту, сейчас я информацию уточню. Да, Алексея Анатольевна, смотрите, я сейчас пообщался со старшим специалистом, который также привязан к Следственному комитету. Смотрите, необходимо сейчас указать номер вашей мамы, так как информация, которую я вам предоставил, она является конфиденциального рода. Соответственно, ваша мама, она в первую очередь, это ваш самый близкий родственник. Она просто-напросто может начать за вас переживать, позвонить в банк и тем самым стукнуть мошенников. Тем самым мы не сможем вам помочь. А мне необходимо указать номер мамы, чтобы с ней связались и то есть ей все кратко объяснили. Я с ней буду связываться, а уже другие люди. То есть специалисты Центрального банка. И мне необходимо эту информацию указать. В ином случае, то есть помочь мы вам не сможем, так как вам ехать в банк нужно только с мамой, а с мамой нужно провести беседу. Как себя вести в банке, как себя с вами вести. То есть всю эту информацию необходимо будет прояснить ей. То есть с этим номером ничего не случится, то есть я ничего с ним делать не буду. Я перенаправлю его специалистов, и он уже свяжется с вашей мамой и пообщается.
Мне кажется, она будет против. Наоборот, будет за, потому что, объясню почему, Лидия Анатольевна, на вас кредит оформили. И несмотря на то, что вы в таком состоянии находитесь, то есть то, что вы у психолога обслуживаетесь и так далее, а государство не будет на это смотреть. На вас оформят кредит, и вас заставят его выплачивать. Соответственно, а вы доход никакой не получаете. Я думаю, вы не хотите, чтобы ваша мама платила за вас кредит, который на вас оформили мошенники. Просто из-за обычной ошибки вы не предоставили номер телефона вашей матери. Соответственно, я думаю, вы человек взрослый, приоритеты можете расставить. Правильно? Как сказать? Я... Мне неудобно об этом говорить. Я лежала в психдиспансере. И я как... Я пока не могу еще ничего. На компании не можете? Ну, как сказать, болею как. Я понимаю, что вы болеете. Я это прекрасно понимаю. Но я хочу вам помочь. Я не хочу, чтобы вы платили кредит. Итак, смотрите, Лидия Анатольевна, я вам предоставляю конфиденциальную информацию. Поэтому это все является секретом, чтобы сотрудники банка об этом ни о чем не узнали. Соответственно, я и так иду на уступки, то что разрешаю вам поехать в отделение Сбербанка с вашей мамой. Но чтобы вы это сделали, чтобы вы отменили кредит, который на вас оформили, необходимо сейчас указать номер мамы, чтобы с ней связались и пообщались, как нужно себя вести в банке, чтобы не измухнуть мошенников. Понимаете? Это не мои личные прихоти. Не, это не мне нужно. Это нужно для следствия. Понимаете? Я записываю. Я боюсь ей звонить. Нет, не вы ей будете звонить. Ей в дальнейшем позвонят. То есть все объяснят. Тем более, вы получите документы. Ваша мама с ними ознакомится. Это все серьезно, поверьте мне. Все серьезно и официально. Меня забрали домой только при условии, что я буду в порядке. Ну как? Что я не буду доставлять проблем. А как вы считаете? Люция Анатольевна, вы будете в порядке, если вы будете дома отдыхать с мыслью о том, что на вас оформили кредит, о том, что вашей маме необходимо в следующем месяце заплатить деньги за этот кредит. Вы будете в спокойном состоянии находиться? Я думаю, вряд ли. Ну, вообще, я как недееспособная, в общем. Я понимаю. Я это понимаю. Но мошенники не смотрят, кого им обманывать. Понимаете? Они не смотрят. Им вообще все равно. Им главное забрать деньги. Ну, а я же вам хочу помочь сохранить эти деньги. Вот, Лидия Анатольевна, вы говорите, по Сбербанку 150 тысяч у вас. Вы понимаете, что мошенники через 10 минут, через час, завтрашним днем эти деньги могут списать. Снять эти деньги не получится, так как вам будут выданы меченые купюры. Перевести эти деньги не получится, так как мошенники смогут отменить эту транзакцию. И, соответственно, они просто переведут деньги себе на счет, и вы и деньги потеряете, и придется еще за кредит платить. Я не хочу, чтобы вы сталкивались с этими проблемами. Я хочу сейчас записать номер вашей мамы, чтобы с ней пообщались. Вы вместе с ней собрались, поехали в отделение банка, решили этот вопрос, приехали домой и уже спокойно отдыхали. Вы же этого также хотите, правильно? Просто если сейчас у меня начнется вот этот мой диагноз, я вообще ничего не смогу делать, и опять меня туда закроют. Вот, Лидия Анатольевна, представьте, у вас сейчас начинается ваш диагноз. У нас прерывается линия связи. Номера вашей мамы у меня нет, я до вас дозвониться не смогу, понимаете? И, соответственно, помочь вам также никто не сможет. Поэтому это крайне необходимо, понимаете? Вот как вам проще? Сталкиваться с этими проблемами, либо же решить этот вопрос? Я не знаю. Хорошо, я когда начинаю нервничать, я все, у меня начинается паника. Вы не нервничаете. Мне разрешили только, меня забрали только, чтобы я дома была, я никуда даже не выхожу.
Я... Вот, я это прекрасно понимаю, я вас прекрасно понимаю. Я так хочу, чтобы вы отдыхали, а не в этом всем варились, понимаете? То есть мошенникам легко украсть ваши данные и оформить на вас кредит. Нам потом намного сложнее разбираться с этим, понимаете? И, соответственно, так как вам государство идет на уступки, соответственно, вы также должны что-то государству предоставить. Понимаете? Мне уже руки трясутся, что я не могу даже телефон держать. Я вот включила громкую связь, и он лежит рядом. Пойдите водичкой попейте, я вас подожду. Успокойтесь. Мне главное, чтобы вы оставались в спокойствии, пока решение данного вопроса есть. И, соответственно, я насколько могу, настолько я вам его и предоставляю. Понимаете? Я все равно боюсь. Вот. Вашей маме, смотрите, вашей маме 65 лет. Она получает пенсию. Да. Я думаю, то, что вашей мамы пенсия небольшая. Возможно, да. 25 тысяч, возможно, 35 тысяч. Мне неизвестно. Но ваша мама с этих денег обеспечивает вас, себя, жилье, продукты, одежду и так далее. Допустим, у вашей мамы пенсия 30 тысяч. Допустим. Ей необходимо 10 тысяч потратить на вас двоих, 10 тысяч на продукты, 5 тысяч, допустим, отложить, либо же вам на лекарства, и 5 тысяч, например, за оплату квартиры. Но когда на вас оформляют кредит, необходимо, допустим, вносить ежемесячный платеж 15 тысяч. Она будет вносить 15 тысяч, у нее также будет оставаться 15 тысяч, и вам просто не будет хватать этих денег. Вы это понимаете? Если сейчас что-нибудь узнается, что опять от меня такие проблемы, мне опять туда заберут. Нет, Люция Анатольевна, вы мне сказали, то, что у вас 150 тысяч находится в Сбербанке. И я с этой информацией ничего не сделал, кроме того, как ее указал в справке для Центрального банка в обращении. Но мне сейчас, последний пункт, необходимо указать номер вашей мамы, чтобы с ней связались, вы с ней поехали и решили вашу проблему. Тем более, вы не с каким-то незнакомым человеком будете этот вопрос решать, а будете решать это с вашей мамой. Понимаете? Она не будет разбираться, она просто меня опять туда. Ну еще раз. Она не будет разбираться, она просто меня опять туда. Заберут туда и все. Нет, она вас не отправит, потому что вы ни в чем не виноваты, понимаете? Не вы не виноваты. Скажет, она, что я тормозила и что я что-то сделала с карточкой. Нет, не вы с карточкой что-то сделали. Вашей маме объяснят то, что вы, когда на вас карту оформили, соответственно, вы предоставили свои персональные данные в банк. Но недобросовестный сотрудник просто украл эти данные и благодаря этому на вас оформил кредит. Вас никто ни в чем не обвиняет. Вашей маме это также объясняю. То есть вас и пальцем никто не тронет, и никуда не отправит. Вы будете спокойно отдыхать дома. Я уверен, что вас мама не наругает, а наоборот скажет вам спасибо. За то, что вы, именно вы, Люсия Анатольевна, сохранили эти 150 тысяч, которые находятся в Сбербанке, и отменили кредит, чтобы за него в дальнейшем не платить. Вот она вам спасибо, наоборот, скажет. Вы это понимаете? Она скажет, что я что-то сделала с этой карточкой, что я на что-нибудь потратила деньги те. Хотя я точно не знаю, сколько там. Она скажет, что я ее выкрала, деньги потратила или куда-нибудь, кому-нибудь отдала. И теперь хочу все прикрыть это. И своих знакомых попросила позвонить. Люсия Анатольевна, деньги я украла. С вашей мамой будут общаться сотрудники правоохранительных органов. Никто не сможет попросить сотрудников полиции позвонить вашей маме и сказать, вот, Люсия Анатольевна потратила все ваши деньги, то есть это во всем виновата она. Нет, вашей маме наоборот объяснят, что вы не причастны. Причастны сотрудники банка, не вы. Вы ни в коем случае не причастны. Ей это все объяснят. Вы это понимаете? Вашей маме не друг ваш будет звонить, не знакомый, не товарищ и так далее. Вашей маме будет звонить
Вот представите. Вот ваша мама государству верит? Да не знаю я. Как она получает пенсию. Она также обслуживается в других банках. Соответственно, она государству доверяет. Так как она на государство работала определенный промежуток времени. Соответственно, она с государством пообщается. И к вам претензий никаких не будет. Я вам это обещаю. Я вам это со своей стороны, я вам даю 100% гарантию. Вот вы вспомните мои слова. Вот я вам честное слово говорю. Вы вспомните мои слова. Когда вы отмените кредит, сохраните свои деньги и дома будете это вспоминать как страшный сон. Но меня вы будете благодарить, я вам оставлю свой номер, я с вами в дальнейшем созвонюсь, а вы мне расскажете, как это все происходило. То есть мне на самом деле действительно интересно. А вы со мной пообщаетесь. Если хотите, я вас могу вызвать к себе в отделение. Мы лично с вами пообщаемся, попьем чаю и пообщаемся, и вы расскажете, как проходили эти регламентные работы. Вот, Люсия Анатольевна. Там просто такие уколы колют, что я вообще просто как овощ там лежу. Если я куда-то хочу, если мне надо куда-то выйти, и они тогда вообще там все привязывают. И колят такие уколы, что я вообще ничего не понимаю. Вы боитесь, что мама вас из-за этой ситуации отправит обратно туда. Конечно. Я позабочусь о том, чтобы вас туда не отправили. Даже если ваша мама захочет вас туда отправить, поверьте, у нее это не получится. Я вас прекрасно, как человека, понимаю. То есть, я не хочу, чтобы вы страдали из-за каких-то мошенников, негодяев, которые оформили на вас кредит, и вы теперь боитесь, что вас ваша мама наругает. Соответственно, я эту проблему вам помогу решить. Помогу. Только дайте номер вашей мамы, я с ней позвонят, пообщаются, расскажут ей что да как, вы поедете в банк, решите эту проблему. Все. Я вам пообещал, то, что вас ни в какой диспансер не отправят. Вас не отправят, поверьте мне. Я это могу сделать. А вы были там? Там очень страшно в этом психдиспансере. Знаете, кто там? С кем мне надо лежать там в палате? У меня товарищ близкий, знакомый, друг с детства. Там был, у него раздвоение личности. А у меня куча там. Меня вообще тогда, если опять я там буду, это меня опять туда на сколько месяцев? Смотрите, Люсия Анатольевна, я позабочусь о том, чтобы Сбербанк, так как со Сбербанка произошла утечка ваших данных, соответственно, они в этой ситуации виноваты. С ними разберется Центральный банк. И я лично проконтролирую, чтобы тот сотрудник, это Авдеева, которая продала ваши данные, чтобы... У нее изъяли имущество, и, соответственно, на эти деньги купили вам путевку на море. Вы поедете на море, отдохнете, то есть морской воздух он никому еще не вредил, вместо каких-то диспансеров. Поедете с мамой, отдохнете, все будет классно, все будет супер. Ну, мне говорили, что слишком дорого на море. Не беспокойтесь. Знаете, сколько Авдеева денег получила за то, что базу данных продала? Сколько? Больше 2 миллиона рублей. Это она под запись разговора, под запись видеокамеры. Сама сегодняшним днем сидела в отделении полиции и признавалась об этом. Я проконтролирую, чтобы часть ее денег просто-напросто изъяли и вам перевели, чтобы вы на море поехали. Так это же надо, чтобы какая-то бумага была. В Крыму вы были в этот раз? Нет, я вообще нигде не была. Вот, поедете в Крым с мамой, отдохнете, как раз сейчас сезон. Я, конечно, хочу туда. Вот. Понимаете, Лития Анатольевна, я побеспокоюсь, чтобы вам выписали путевку в самом лучшем отеле. Вы были в спа-салоне хоть раз? В спа-салоне, джакузи и так далее. Поедете отдыхать после решения данного вопроса. Но чтобы этот вопрос решить и чтобы поехать в Крым на море, вам необходим номер вашей мамы. Да, чтобы мы с ней пообщались, она вас провела в отделение банка. Соответственно, закрыли этот вопрос и уже с этим не сталкивались. А собирали вещи на море.
Ну, мне врач сказал, что мне сейчас нельзя эмоций никаких, потому что меня может это все сбить, и может нельзя какие-то вот такие всплески, чтобы стресс был, чтобы тревога была. Я же вам, ну, я вам говорю, вы не беспокойтесь. Вы пока находитесь со мной на линии связи, то есть ничего страшного. Я вам только предоставляю решение проблемы. Если бы вы, так сказать, не были в такой бы ситуации, самостоятельно могли бы направиться в отделение банка, вы бы уже были в банке и закрывали бы этот вопрос. А так мы просто с вами общаемся. Я вам объясняю, почему необходимо мне указать номер вашей мамы. Вот и все. Я же наоборот вам помочь пытаюсь. Мне кажется, мне даже этот атаракс уже не помогает. То, что Вот мне приедете домой, прописали, мне уже... подышите морским воздухом, и это лучше всяких анораксов. Мне уже увеличили дозу. Меня все равно сейчас трясет. Все было спокойно, хорошо. Теперь мне опять надо все это еще увеличить дозу. Анатольевна, дайте мне номер, пожалуйста, вашей мамы. Я хочу, чтобы вы не нервничали и спокойно... В спокойной обстановке решили этот вопрос. Кристина Анатольевна, я записываю. Разговор? Нет, номер телефона вашей мамы. А у вас записывается разговор? Записывается. Я не хочу, чтобы кто-то еще узнал, где я была, что я там в психдиспансере. Нет. То есть разговор записывался до момента, когда я начал вам объяснять, кто такая Авдеева. Я же То есть у позже нас... сказала, сначала же я нормально себя чувствовала. Вот, вы себя нормально чувствовали, мы с вами нормально общались, а потом вы мне сказали о проблеме. Соответственно, я выключил запись разговора, так как я понимаю, то, что информация, о чем вы болеете, она конфиденциальная, вы не хотите, чтобы лишние люди знали об этом. Соответственно, я запись разговора отключил. Это наше с вами, так сказать, секрет наш небольшой. Вот. Лидия Анатольевна, не беспокойтесь. Закройте вопрос, поедете с мамой, стоим отдыхать, подышите свежим воздухом, не будете нервничать, анорак свой пить и так далее. Их диспансер вас никто не отправит. Я об этом побеспокоюсь. Уколы вам делать дальше, потом никто не будет. Просто сейчас номер вашей мамы, с ней пообщаются, объяснят, как ей себя вести в банке, то есть что нужно говорить, что не нужно, и решите свой вопрос, будете отдыхать. Мне сейчас опять будет хуже. Я туда не хочу. Вот, не хотите. Лидия Анатольевна, я записываю номер вашей мамы. Диктуйте, будьте добры. Не знаю. Лидия Анатольевна, вы мне верите? Я же вам пообещал. Пообещал. Все. Я своих слов не нарушаю. Какие цифры мне записывать? Нет, она 8 меня 900. туда опять закроет меня. Не закроет Я не вас, могу не так. переживайте. Мне Не только плачьте. лучше стало. Мне надо посещать этого психиатра раз в неделю, даже бы контроль был. Ты, Анатольевна, а скажите мне честно, вы к кому больше хотите, к психиатру или на море? Ну, пока я не... Пока мне лучше совсем не станет, мне не пустят никуда. Потому что там как... Смена обстановки может тоже мне навредить. Поверьте мне, Лидия Анатольевна, вот этот психиатр, который с вами работает, я еще наведу справки, кто он, что он, какие препараты он вам дает, какие уколы он у вас делает, на каком основании он вас в больницу кладет и так далее. Я думаю, то, что вам направят
путевку к лучшим психиатрам. В Крыму, не в Крыму. Вот представьте, в санатории под присмотром психиатра вы будете лежать на пляже. Классно же, правда? Вот они мне прописали гидроксизин, потом флувоксамин. Сейчас еще скажу. И фифлок, атаракс и, блин, пачки нету, на L какой-то, ламитор. Это уже слишком много. Я тоже так считаю. Потому что нет, печень этого не выдерживает. Такой прием лекарств, то есть это печень не выдерживает. Алексея Анатольевна, я вас прошу, я хочу, чтобы вы побыстрее решили этот вопрос. Предоставьте мне номер вашей мамы, с ней пообщаются. То есть, она где сейчас? Она дома сейчас или где? Нет, она поехала на дачу. Она на дачу поехала? Да, а там... А когда она будет? Там дом красят. Она будет где-то 9:30. Хорошо, я вас услышал. Алексея Анатольевна, дайте номер вашей мамы. А мама с папой уехала или с кем? Нет, отца нету. Отца нету. А брат, сестра, возможно? Нет, нету. Мама одна уехала, а соседями дом красит, правильно? Ну, соседи там, наверное, есть, не знаю. Хорошо, Алексея Анатольевна. Как зовут вашу маму и номер? Я записывала, сейчас ей звонят, все объясняют, она сейчас приедет, и вы с ней поедете в отделение банка. Лучше позвоните тогда вот примерно, ну, 40 минут. Через 40 минут ваша маме позвонит? Нет, примерно 9:30 она должна приехать, ну вот... На всякий случай, там 40 минут. Я не могу, мне нужно номер вашей мамы предоставить и ваш номер. Соответственно, потому что на ваш WhatsApp будут направлены документы, а на ваш номер, на мамы номер будет совершаться звонок. То есть по одному телефону с двумя людьми работать невозможно. И также на всякий случай, вдруг, не дай бог, что у вас с номером телефона случится. Телефоном, я имею в виду. Вот позвоните, я ей дам трубку, она сама поговорит, и потом тогда, если что, этот номер даст, куда звонить. Нет, Люсия Анатольевна, вашей маме позвонят сейчас. Потому что сами подумайте, что важнее, покрасить дом, либо помочь своей дочке. Как вы думаете? Она разозлится, и она не поверит мне. Она не разозлится. Она увидит документы. С ней пообщается полиция. Все нормально. На полицию она не будет злиться, понимаете? Ей все доступно объяснять. Вы вообще не при делах. Вы ни в чем не виноваты. Понимаете? Вас никто не наругает. Она скажет, что это я все сделала. Я больная на голову. Нет, Люсия Анатольевна, вы не в ту сторону думаете. Вас никто ни в чем не обвиняет, вам пытаются помочь. Поймите меня, Люсия Анатольевна, я вам пытаюсь помочь. Я вам объяснил, то, чтобы, если бы вы чувствовали себя хорошо, вы бы самостоятельно поехали в банк и вопрос бы этот закрыли. Но, смотря на эти все обстоятельства, необходимо... позвонить вашей маме, чтобы она приехала. Я помогла вам решить вопрос. Кто мне записывать? 8-900-903. Нет, я не могу вообще. Но вы же уже начали предоставлять. Не бойтесь. Это неправильно. Не бойтесь. Вас никто не наругает. Я лично приеду
Вообще с вашей мамой. Вас никто не наругал. А когда? Что еще раз? Когда вы приедете? Не беспокойтесь, в ближайшее время. Так я за этим всем прослежу. Вас никто и пальцем не трудит. И слово плохое в вашу сторону не скажет. Может, я уже опять там буду? Да не будете вы там уже, не беспокойтесь. Наколотая вся. А как вы там будете, если ваша мама приедет через... во сколько она? 9:30 приезжает. Соответственно, да. Вы все это время будете находиться дома. Вы же самостоятельно туда не поедете, не поедете. А ваша мама просто-напросто не успеет приехать до того момента, как приеду я. Лидия Анатольевна, специально ради вас сорвусь с работы, приеду, прослежу, чтобы ваша мама вас не ругала. 8-903. Нет, я слишком боюсь. Не могу. Нет, слишком вы не бойтесь. Я вам пообещал? Пообещал. Я вам сказал, на море поедете? Поедете. Ну, сейчас я запишу номер вашей мамы. Я вам еще раз объясняю. Запишу номер вашей мамы. С ней пообщаются. Все нормально. Вы ни в чем не виноваты. Понимаете? Вот, допустим, вы идете, у вас в кармане телефон. К вам подбежали, телефон украли. Кто в этом виноват? Вы? Да. Нет, не вы. Почему вы? Потому что я так отношусь небрежно к вещам. Нет, хорошо. Вы идете, вас по голове ударили, украли телефон. Кто в этом виноват? А вы? Да. Нет, не вы. Я. А человек, который... Потому что я не увидела, что кто-то мне опасность хочет, ну, хочет это... Хорошо. К вам человек подбегает сзади. Вы же затылком не увидите, кто сзади подбежал? А нам... Да надо по сторонам смотреть, скажет. Наругает. Если она вас наругает, то она поедет вместо вас, туда, куда она вас направляет. Нет, я не буду. Люся Анатольевна, не плачьте, пожалуйста, сейчас я заплачу. Если бы у меня был номер вашей мамы, я бы вот это с вами не общался такой промежуток времени. Я бы уже ей позвонил и объяснил бы всю ситуацию. Блин, он меня заколебал. Ты сбросил его? Да вообще уже достал. 50 минут. 52 минуты. Просто сбросил его?